это видео? Да, можешь комментировать это видео. Это видео? Да. Но я люблю фотки, так что я останусь как на видео. Это Никсон, и он... Миха был дабл лох, сними его. Дабл лох. Тихо. Двойной лох. Смотри. Двойной лох. Ага. Миша, ты не стесняйся. У тебя впереди еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мать ваша, сколько там лунок, блядь. Опасный период, опасный. Опасный период. Давай, Никс. О, у тебя 7 было? Да. Лох. Лох, просто я написал лох. Интересно, что эстонцы там пишут? Интересно, они какую-то другую хуйню пишут, наверное. Мы пишем лох, а они пишут, блядь, не знаю. О, да, блядь. Привет, Питер, засранцы. Появись. Да-да-да. У вас измени мир, на самом деле. Тот парень, который снимает этот видос, походу, покорит эту дорожку, я думаю. Я на тебя бабки опять поставлю. Зря. Зря, думаешь? Хату придется я подавать. Думаю, зря. Хату придется подавать? За что? Что я туплю? Ну, все, лох? Нет, еще. Еще не лох. Еще не лох. Писать лох. Ой, я уже на шаг от лоха. Я уже просто черкнул сюда половинку буквы L гигантскую на половину экрана. Типа гигантский лох. Не, не, тихо, все нормально. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for, for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Ну что это такое?